Девочки, вы только посмотрите на эту красоту. Получили вот такую шикарную модель. Выполнена данная сумочка, как всегда, из натуральных материалов. Это натуральная кожа в лазерной обработке. Я покажу сейчас поближе именно качество. Смотрите, она прям блестит, переливается, безумно мягкая. Она вот реально шикарнейшая. Хорошее дно, оно устойчивое, но не жесткое. И что хочу сказать, вот эта сумка хорошо будет держать свою форму. Внутри данная сумка имеет два больших отделения. Вот первое отделение и второе отделение. Здесь, как говорится, все очень нехорошо. Сзади, естественно, кармашек для быстрого доступа, для вашего удобства. На плечевом суставе данная сумочка смотрится вот так. Очень хорошо она располагается именно на плече. Можно, естественно, поставить на нее руку. И вот, вот именно вот так вот, если носить, она реально очень удобная. То есть длина ручки здесь шикарная. Можно носить ее и на локте. Если, например, она у вас будет в руках, то длина у нее вот такая у этой ручки, у родной. Вот. Она не будет касаться пола или земли. А так, прямо она вот на плече смотрится красиво. И очень красивый орнамент, естественно, сейчас Animal Print. Это сейчас самый модный принт, который есть у нас. Но цветовая гамма здесь классная. Именно вот черный и серый, поэтому оно под любую одежду хорошо очень будет смотреться. Стоимость такой сумки 7300. Еще раз скажу, выполнена данная сумка из натуральных материалов. Обращаю ваше внимание, да, что вот здесь просто был у нас один комментарий, что, девочка, у вас швы неровные на сумке. Нет, это не швы неровные. Прострочки, вот, они идут все равнёхенькие, но вот эти, вот эта часть, вот эта вот часть, она у них открыта, поэтому, может быть, вам так и кажется, что там есть какая-то неровность. Вот эти швы всегда оставляют открытым, что здесь, что в длинном ремешочке, что сверху. Для чего это делает производитель? Для того, чтобы вы могли точно удостовериться, что это натуральная кожа, это во-первых. Во-вторых, чтобы вы могли посмотреть именно толщину кожи, которая пошла, например, именно вот на эту сумку. Поэтому всегда на это обращаем внимание. Вот, и здесь все открыто, и здесь все открыто. Эта сумка из натуральных материалов. Она очень легкая, смотрится компактно. Ну, я не знаю, она прям шикарная.